Я вам сейчас прочитаю адаптацию одного произведения, которое вы наверняка знаете в оригинале. Наверняка вы его слышали не один раз. Возможно, оно как-то связано с вашим первым или не первым свиданием. В общем, оно часть культурного багажа нашего поколения. Вот. Но это не перевод, это именно адаптация. То есть это точный перенос сюжета этого произведения на российскую почву. Называется оно «Гостиница Кубань». Ночь, трасса, я пока еще не лыс. Эй, развивайся, чубчик кучерявый. Косяк добит, свет показался справа, как оперный злодей из-за кулис. Я гнал весь день и понял, что устал. Пожалуй, здесь и сделаю привал. Она с крыльца сказала мне привет. У нас, представьте, есть свободный номер. Надеюсь, все понравится вам, кроме того, что часто отключают свет. Она зажгла свечу, пролаял пес, и чей-то голос тихо произнес: «Мы рады вам в гостинице Кубань. Здесь хороши люди и природа, есть номера в любое время года, и на обед вам не подсунут дрянь». Она носила липовый бетон, имела мерс с немаленьким пробегом и, видимо, считалась оберегом среди друзей, ширявшихся винтом. Она небрежно убирала прядь и танцевала, чтобы забывать. В закрытом баре я спросил вина. Мне был ответ: вина, простите, нету. Тогда, вернув в карман свою монету, я спать пошел, и ночь была темна. А в той ночи, примерно с полчаса, негромко раздавались голоса: «Мы рады вам в гостинице Кубань. Прекрасно здесь, что наверху, что снизу, но надо быть готовыми к сюрпризу, коль сна и яви незаметна грань». А утром отразились в зеркалах букет ромашек и букет Кубани, и кто-то за стеной вовсю кабанил, но без меня я был не при делах. Ее слова я помню, как сейчас: мы здесь в тюрьме, хотя ключи при нас. В провинциальном люксе инвентарь носил татуировки с номерами. Когда ее порезали ножами, она никак не умирала, тварь. Схватив баул и не желая драм, я устремился в ужасе к дверям, и сторож оказался на пути, сказавший тихо: «Все, приятель, в норме. Вы можете всегда покинуть номер, но никогда не сможете уйти». Из репертуара вокально-инструментального ансамбля «Орлы». Это «Хотел Калифорния». Вот и песни. Вот именно об этом. Вот такая история. Это же песня «Happy New Year», под которую мы встречаем Новый год и думаем, что она веселая, она вообще грустная. Вот такой вот контраст.